Вот встретил Александра. Габышев у него фамилия, якут, шаман. Идет с востока на Москву свергать Путина. 23-му года планируете? Какому месяцу? 21-му. 21-му? Какому месяцу? Август. Август это всегда перед. А не боитесь его вежливых людей? А, его вежливых людей? Нет. Нет. Страха нету. Когда он рядом, его посох и его жезл успокаивает меня. А потом, это про Христа я говорю. А потом, в конце концов, ну придете. У нас же народ, это же пассивный. У нас все цари с престола, никто не уходил добровольно. Вот только вынужденно Николай II ушел и передал Ельцин, потому что уже здоровья не было. А тут что-то, по-моему, бесполезно, еще рановато, по-моему. Ничего, я что-то боюсь, не получится. Не, у вас. Получится. 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 Или созреет ситуация уже. Конечно, и созреет ситуация, и получится. И сейчас уже получится. Вот мое мнение. А вот вы подтвердите мою точку зрения или нет, что он все-таки ставленник магнатов этих олигархов? Почему он вот не к народу-то, а вот к ним тяготеет? Я этого не знаю, но я свое знаю, который мне больше... Ощущение. Да, который мне, я слышал голос Бога. Он говорит мне, что он не человек, он зверь. Это значит, он не человек, он демон. Вот и все, вот это я знаю. Так.